политическую деятельность вы ведь начинали в Демсоюзе, да, у Новодворска. Да. Ну как начинал? Очень быстро ушли. Почему? Я просто ходил на все тусовки. Собрание землячества какого-то, удмуртское. Я иду. Потом Советский комитет защиты мира по старой памяти. Проспект Мира, 36. Я иду. Там ожидается, собирали всех руководителей или членов новых общественных структур. Я прихожу. Встает Новодворский и говорит, вот у нас 7 мая, 7 по 9 съезд. Мы создаем новую партию «Демократический союз». Первый раз слышу. И официально это заявляется, не подполье. Узнаю адрес и иду на съезд. Иду вечером, собаки, автоматчики, это вот внутренние войска. Любой мог спустить меня с собаку или с автоматом стрелять. Ну, я зашел в квартиру, трехкомнатная, выступают. Я выступил, на табуретку становимся и выступаем, чтобы нас все видели. Второй день на квартире, речной вокзал. И третий раз мы в этой, как ее, под Москвой, на какой-то станции. Вот 3 дня съезд и выборы. А потом избранные члены руководящего органа едем на квартиру в Ясенево. То есть меня избрали, я не просил. Угу. Давайте выбирайте, выдвигайте кандидатуры. А я 3 раза выступал, на 3 дня шел съезд. И меня запомнили. Я говорю, я Жириновский. И вот что-то сказал. Им нравилось. Второй день. Потому что несколько человек запомнили меня и выгнули. И все же люди были разные. Проголосовали. И я во главе, в смысле, вошел в руководящий состав. А с Новодворской общались? Вот там. Мы вот с ней общаемся. Там. Только там. Она подсела ко мне. Сразу меня в чем-то заподозрила. И говорит, ты знаешь, куда ты попал? Мы завтра идем на Пушкинскую площадь, там будем биться головами об автобусы ОМОН. День Победы. Не, какой это был день? Да, День Победы, 9 мая. 9 мая. Ты куда попал? Я не хочу таких вещей. И я ушел, и все. То есть я у них был только 3 дня съезд. Она честно мне сказала, что они будут биться головой, то есть они будут совершать действия, никаких согласований, никаких разрешенных. Вот Пушкинская площадь, и будут выходить туда, как, вот, как Лимонов приблизительно, вот такие действия.